Саша, глубинка, друзья. Они все слушают. Бам-бам-бам-бануло меня. Ты, разве так можно? Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. Ну и все ублюдки и говно. Всех вас завалю и зарежу. Буду резать, как поросенка ты би. Я тебе, блядь, поросенка, живот буду врезать. Так, сегодня с нами, как обычно, чаек. Предыдущую я кружку грохнул, как и монитор, поэтому сегодня вот это вот. Блин, ну зато чаек, извините меня, посмотрите. Горяченький, да? Хороший. Грамотный. Вот, вчера ко мне Дэн приезжал, позавчера тоже. Ну, как он приезжал, мы играли втроем с Машей в игру «Скорн». Охуительная игра, вообще просто кайфанули. Ну, мы с Дэном сидели там, пиццу кушали, там выпивали немножко горячительных напитков. Я, конечно, не пью, но там даже я себе чуть-чуть позволил, так сказать, небольшое... Этот самый, смешать немножечко виски с колой. Мне что понравилось в Скорн? Во-первых, полное вот погружение в плане того, что вот хорошо, если мы перемещаемся в другую цивилизацию, на другую планету, то сфига ли эта планета? Вот знаете, чем мне не нравится некоторые старые фильмы про инопланетян, про каких-то вот... внеземные цивилизации тем, что у них какая-то вот техника, электроника, допустим, такая же, как у нас. Чё за бред? Как этот фильм «Апокалипсис», по-моему, называется, что ли, я забыл, старенький. И он там взламывает систему инопланетян с помощью какого-то обычного компьютера, ну, земного, типа портативного. Что это за хрень? Какие компьютеры? Какая электроника? Полное, тотальное отсутствие любой кремниевой электроники на любой планете внеземной цивилизации. На моем канале, вот если сейчас по чесноку, уже без шуток. Во-первых, здесь диван на 3 человека. Вот, есть телевизор Sharp еще, есть проектор. Ну, еще можно ПВМ поставить при желании на этот стол. Это получается, вот у меня будут достаточно много гостевых стримов. Когда ко мне гости будут приходить на стрим, мы с этой комнаты будем стримить совместно. Камеру просто будем ставить вот сюда, здесь стол будет. Ну, вот тут вот у меня комод стоит, как бы, ну, на комоде будет камера стоять. Вот. Ну, тут я могу вот даже показать, вот, видите, комод тут стоит. Вот. И тут будет камера, тут мы будем, допустим, вдвоем там, или втроем сидеть гостевой стрим. А одиночные стримы можно вот, соответственно, с этого места делать. Единственное, говорю, вот хотелось бы геймерское кресло, чтобы и Маша стримила, и я стримил с геймерского кресла. Вот. Также... Олежка, как я рад, что ты вернулся с возвращением. Спасибо. Почему не сказал, что переезжаешь? Добренько. Спасибо. Да я это самое, сюрприз сделал. Став из Тагила. Ну, на самом деле, очень хотелось бы, потому что здесь есть место, куда и став ставить, и собирать, и коллекционировать. Сейчас можно опять врываться, собирать вещи, там, коллекционировать все. Да вы заколебали, блин, восстанавливаться. Сколько можно-то уже? Оживают, а оживают. Думаю, что будет стремить тут. А я думаю, что скоро выкину его отсюда. Соседи жалуются на мужские крики и говорят, что женщины сюда приходят с какими-то большими продолговатыми предметами. Да. Ты
какими-то большими продолговатыми предметами, да. Что же это за предметы такие, кто бы знал, блин. Так, ну-ка давай гранатку им кинем. А что? Грёбаный ты инвалид. Ой. Так, ну что, поехали. Рома, подробности про квартиру я говорить все равно не буду публично. Где она там? В новостройке, не в новостройке. Олег переехал в культурную столицу, чтобы жить как истинный цыган. Ай, сатана, постоянно кочую, черт бы его дерал, блядь. Черт дери этого цыганенка, блин. Постоянно он кочует. Черт его не ладен, блин. Что не зайду на стрим, этот цыганенок уже, сука, переехал. Какого, спрашивается, хрена? Что это за звуки сейчас были? Как будто кто-то из джойстика сказал, эй, хватит, куда ты, полегче, что это там? Ну, на самом деле, реально, как будто были какие-то звуки. Я не знаю, может быть, это из джойстика. Вот, это было, не знаю, какая-то странная херня. Олег, Маша, надеюсь, не пукает по ночам. Девушки не пукают, если ты про это. Девушки вообще-то не пукают, блядь. Да я вам говорю, из джойстика идут какие-то сатанистские звуки нахрен. Чё это за херня? Да это сатана завелся, я не знаю, это призраки. Может, в этой квартире тоже есть призраки, я не знаю. У меня была квартира, в которую я снимал, где дед КГБшник был, там были призраки в той квартире. Я это прекрасно помню. Там были призраки. В отеле не было, в отеле «Континенталь» не было призраков. Здесь есть... Привет, Серега. Сначала необходимо разблокировать айфон. Да, блядь, идите вы нахуй. То айфон, то еще что-то, блядь. То из джойстика какие-то звуки вылетают. Что происходит в этой квартире, мать твою? Ну, из джойстика кто-то смеется. Айфон сам с собой разговаривает. Что происходит, блин? Я не знаю, бляха-муха. Страшно находится, я еще в темноте сижу, блин. Раньше у меня на первом этаже сидела девочка на ресепшене, красивая, такая смешная, приятная. А сейчас я живу тут, блядь, с призраками, сука. Раз ты любишь эту срань PS5, то я тебя выгоню из своей хаты, ублюдок. Донаты смешные пошли. Да вы слышите, джойстик смеется, блин. Я засмеялся, потом джойстик засмеялся. И вы еще скажете, что это совпадение, типа. Ой, это совпадение, эта игра тебя подтролливает. На самом деле, реально. А то реально же, блин, ну я вот сейчас засмеялся, и из джойстика типа смех пошел. Что происходит? Вот и я не знаю, что происходит. Херня какая-то происходит. Блять, призраков нет! Видите, гоу, блять, какой-то херня, блять, из джойстика идет, блять. А вы говорите, призраков нет. А это что такое, блин? Вам, наверное, не слышал, потому что шумода в микрофоне включен. А у меня из джойстика идут звуки. Причем сатанистские звуки. И это факт. Ага, игр нет. Олег. Если Маша тебя родит, я завещаю свою коллекцию использованных презервативов вам и вашим детям. Ай, папа! Папа, блин, Маша, ты, блин, что-то больно торопишься уже. Ты в этот самый внучат, что ли, захотел при жизни? Вот ты даешь, а. Говорит, я хочу, говорит, внучка хочу, внучка дедушкой уже...
Папа Маш, рано дедушкой становиться, еще рано. Надо еще чуть-чуть подождать, папа. Папа, надо еще чуть-чуть подождать. Так что прибереги свою коллекцию презервативов пока что для себя. У тебя, папа Маша, у тебя есть в коллекции в твоей презерватив советский, вот который резиновое изделие назывался? Теперь сама судьба привела тебя к OLED-монитору для ПК. Нолик с сбори добавь и как раз хватит. Ну, блин, у меня, мне кажется, донатиков не так много, как хотелось бы, чтобы OLED-монитор себе купить. Мне бы сейчас финансовое состояние поправить для начала. Было бы неплохо. А там уже, может быть, можно было бы его OLED-мониторчик бы прикупить. Спасибо. Так, Паразиты, Fight Club. В принципе, оба смотрел. Fight Club мне не понравился. Он на любителя, там какие-то непонятные эти самые бои подпольные. Зачем-то непонятно зачем. Вот эта вся история. Там очень на любителя фильмы. Паразиты хорошие, мне понравился Паразиты. Так, «Жизнь прекрасна» и «Taxi Driver». В принципе, оба смотрел. Ну, если выбирать, конечно, «Жизнь прекрасна» – очень интересный фильм. Поражаюсь, блядь, все что-то не нравится. Все что-то им, блядь, не так, не эдак. Блядь, на Ютубе миллиард каналов, нахуй. Ну, смотрите, смотрите те, которые нравятся. Смотрите. Вот вам не нравится. Вы что здесь делаете тогда, если вам это все не нравится? Вы зачем мне, блин, пишете вот это? Какая-то критика. В чем критика? Вы что, что-то предлагаете, что улучшить в чем-то? Или что? Где критика-то? Сказать сущность Олежи на лицо. Это критика, что ли, или что? И в чем сущность? Бесит, блин. Все одним что-то то не так, этим то не так. Я поражаю, блин, он меня просто бесит, нахрен. Какая разница, как можно помнить или не можно помнить? Я помню Fight Club, и что дальше? Какая разница про чё Fight Club? Какая разница про драки, не про драки? Я помню примерно сюжет. И что дальше? Что? В чём сущность, блядь? Я, блядь, не знаю, нахуй, уже что говорить просто, блин, про это. У меня должна быть какая-то феноменальная память или что? Или что? Если вы лучше меня помните фильмы, все, мне нельзя теперь снимать ролики. Значит, если я забыл какой-то фильм, все, нахуй, значит, я не имею права это делать, что ли? Или что, я не понимаю. Один дома и Человек-паук. Ага, Человек-паук мне не нравится. А вот «Один дома» я недавно пересматривал. Шикарный фильм. Там Джо Пеша опять же снимается. Гениальный фильм. «Хранитель времени» и «Игра в имитацию». Ты специально, что ли, выбираешь все хуёвые фильмы? Нам назло, что ли, блядь? Вот в этом и вся твоя сущность. Гадить нам, твоим верным и преданным подписчикам. Я все терпел. Но когда ты выбрал Пикачу, захотелось прийти и разбить тебе твое грязное и гнусное, ты ебаное, блядь. А? Блядь. «Хранитель времени», «Игра в имитацию». Ой, боже ты мой. Блядь. Вот это, конечно. Тут, я думаю, со мной все солидарны будут. Ох, ёперный театр. Но опять же тут поправ. Хотя вот это, конечно, выглядит очень сексуально в такой-то позе. Попка у нее прям вообще очень прям такая секси-шмекси. Но, блин, вот эта дамочка, она, ну, по крайней мере, на данном кадре вообще не алё. Но, как говорится, если выбирать между... Блин, ну у вас тут камера эта вебка, блядь, закрывает всю самую красоту. Вот, давайте я ее вот сюда сделаю. Ну, короче, из правила моего я выбираю вот эту, но если бы я изначально правила не ввел бы, я бы выбрал вот эту картинку. С крольчихой. Так, ой, блядь, ёб твою мать. Ну, это я не знаю, ну, какая она страшная, боже мой.
Ладно, хотя это тоже не красавица, но лучше уж это. Оу, щет, fucking shit. О-о-о-о, это же гаечка. В такой суперсексуальной позе. Но опять же, вот это тоже совсем ни о чем. Гаечка тут выглядит очень привлекательно. Даже если не знать, что это из этого мультика, как он назывался-то, Чип и Дейл, и не знать, что она мышь, допустим, отрисовать ей эти уши, убрать этот хвост, то она будет прям секси-девочка на этой картинке. Но поскольку я опять же ввел это правило свое в начале, типа выбирать между животным и человеком, то выбираем просто человека, хотя в данном случае человек мне не нравится. Поэтому, чтобы не нарушать правила. Ну, блин, ну у вас выбор, конечно. Что это страшное? Ну это вообще какая-то кикимора одноглазая. Пусть будет вот это. Так, дальше. Бля. Не, босс, да, лоховской. Я этот, и без тебя до сюда доходил достаточно просто. Да боже ты мой, что ж такое происходит? Да ну ё-моё! Да вот успел, скотина. Я не успеваю даже чат читать, когда мы играем. Ну, успеваю читать сообщения короткие, а длинные сообщения читать не успеваю. Я успеваю там, когда 2-3 слова написаны, и успеваю прочитать. Да, начинаю читать более длинное сообщение и все. Я не разыгрываю ничего на канале. Какие розыгрыши? А чё? А розыгрыш это вам Белсопов. Боже ты мой. Блин, всё-таки зацепило. Блин, спредган бы где-нибудь найти. Да боже ты мой, кто же засранец такой сидит там, под тишком стреляет. Ну, засранцы, блядь, что творят-то, не ведают, что творят. Блядь, я думал, ты бежишь. Я вообще за... Да боже ты! Он догнал меня, скотина. О май гаш, как говорят американцы. Ну, американцы называют бога гаш. По-английски бог гаш. Ну, на американском английском. На британском английском бог... О май гад. А на американском английском звучит как о май гаш. Я вчера даже смотрел кино, и там один американец говорил «О май гаш, о май гаш». Не помню, то ли ролик смотрел на ютубе на английском языке, то ли... Но это еще даже учитель по английскому языку мне говорил, когда я учился английскому в школе языковой. Ой, вода хуёвая, какая хуёвая. Вообще, я когда... произношу английские фразы, я все-таки стараюсь говорить на американском английском. Он мне больше нравится, чем британский английский, который вроде как считается более правильным. Ну вот, например, вот цифра 20 мне на американском английском. А на американском английском очень нравится, как звучит. Твони звучит. 20 это твони. Ну, это, по-моему, гениально вообще. Великолепно звучит. Так, вот этот уровень что-то меня подвешивает. Да боже! Как тут, блин, выживать-то вообще? Да... Мать твою, нам 30 жизней точно не хватит. Я же поймал. Как, блин... Тут бы они, ладно бы, не шли бы, а?
Всем доброго вечера. Доброго, Саня, доброго. Да блин! Это звук, ты мой, а? Блять, как его звали-то с бородой? Так, сейчас буду вспоминать, подождите. Это один из моих любимейших комедийных актеров. Я должен его вспомнить. Галианакис. Галианакис, а имя забыл. Очень нравится актер этот, но все-таки Чернобыль поинтереснее. Сколько взяли грузчики с меня? При этом, блядь, мы половину всего таскали сами в итоге. Я не знаю, а если бы девушка была, ну, наверное, 30 бы взяли бы. Это вообще меня эти грузчики выбесили просто. 15 косарей. Уже 15 косарей. А что бы не взять? Молодцы. 15 косарей, монитор разбили, блядь. Зато 15 косарей. Духи, блядь, проебали. Монитор разбили. Что там еще? А, сабвуфер нахер весь поцарапали. Ну, а 15 косарей мы взяли. Неплохо. И это еще мы сами с другом таскали все коробки. Сами, блин, таскали все коробки. Они только сраные большие крупные вещи притащили. Типа вот и стеллажей там, дивана. Что там еще? Вот эта стойка, блин, под телевизор там. Такую хрень всякую большую. Ну, все коробки сами таскали. И еще два раза я на каршеринге туда-обратно ездил, потому что у них в «Газель» вещи не вошли. Поэтому я брал два раза каршеринг, под завязку весь забивал полностью. Я «Москвич-3» брал, блин, в качестве каршеринг-машины, блин. И весь «Москвич-3» был полностью забит вещами, потому что ПВМ и там всякие вот эти телевизоры, все, что было хрупкое, я сам перевозил. Компьютеры... Все сам перевозил. А потом еще сам таскал все по этажу вместе со своим другом. Охуели мы там таскать. За пятнашку. За пятнашку разбитый монитор. Духи куда-то делись. Хер его знает куда. Возможно, проебали. И еще это самое. Охрительно, блядь, живем. Вот так и живем. Такими грузчиками нахрен. Ах, та зараза, чуть не упал. Да будет Маша стримы вести, будет. Ждите. Сказал, вы должны их отчитать и отругать за такую работу. Они мне сказали, извините, мы вам за доп час доплатим. Так и не заплатили ни хрена за доп час. Блин, куда-то там надо было ехать, чтобы взять эти деньги. Они сказали, мы вам перезвоним, мы вам деньги вышлем за этот час дополнительно. А так и не позвонили. В итоге я сейчас опять, наверное, буду звонить. Еще претензию составил. А еще сказал, чтобы больше мне эту бригаду никогда в жизни не вызывали. А они еще сами сказали, ой, у вас только вещей больше нас никогда не вызываете. Типа, да, вызывайте. А я им еще раскладушку подарил, блин, между прочим. Так вот, дари раскладушки, они тебе будут мониторы бить, эти, какого, блин, сабвуферы царапать. Молодцы, блядь. Бригада ух, работаем до двух, блядь. Суки, блядь, позорники. Невозможно так. Это как было вот в момент, когда этот фильм вышел. Он что-то там поезд рукой останавливает, там типа поезд едет, он что-то там поезд остановил, там взял его, что-то то ли кинул, то ли остановил. Ну, то есть, ну, вообще прям не могу аж... Поэтому Пикачу. Олежа, расскажи, как Миринка тебе наносила? Не знаю, я не помню такой сцены, к сожалению. Так, спасибо за донат, конечно. Так, Джокер или Трой? Ну, тут Джокер, конечно же.
Это не вот эти вот там, алло, привет, братанчик, подскакивай на вечерочек, у нас две девочки классные, будем кататься на Камри 3.5. Не-не-не, никакие Камри 3.5. Жигули, блин, Лада девяточка.